преодолевая трудности, переживая не самые простые времена. Тем не менее, 177 лет. Оставаться уж, если не флагманом, то точно одной из самых важных составляющих культурной жизни города. Многим ли учреждениям это под силу? Ирбитский драматический театр смог. И накануне отметил вместе с горожанами свой очередной день рождения. За чашкой чая в атмосфере дружеского общения гостям праздника было предложено в этот вечер порадоваться вместе с коллективом результатом того, что уже сделано, и хотя бы немного узнать о том, что еще предстоит. Однако даже здесь не обошлось без сюрпризов. Я слово передам директору театра Лилии Александровне Гундаревой. Добрый вечер, дорогие друзья! Эй, народ! Покупай коня, смотри, какой конь! Посмотрите, какой конь! Ага, сейчас! Смотрите, сколько дадите? Начальная цена 1000 рублей! 1000! На! Так что вечер прошел под девизом «Минимум официальных речей и поздравлений, максимум творчества». Тем более, что для многих, даже самых молодых актеров театра, его солидный возраст не груз ответственности, а мотивация для профессионального роста. Тут, понимаешь, выходишь на сцену, на которую до этого когда-то, век назад там, или еще там раньше, играли люди знаменитые, именитые, которые до сих пор помнят. И тут я. Такой простой парень, который просто захотел и занимается этим делом профессионально. Ну, вдохновляет на творчество? Естественно, однозначно. Очень сильно вдохновляет. К слову о творчестве, ведь на достигнутом за прошлый год театр останавливаться не планирует. Впереди и гастроли, и фестивали, и новые встречи в рамках уже приглянувших со зрителям проектов «Молодежная среда» и «Театр в банке». Анонс одной из таковых был представлен уже в этот вечер. Разве товарищ Ленин призрак? Ну, ты все-таки рехнулся, чертов идиот, а? Ну, не живой же Ленин-то приходил. Значит, призрак. Да черт бы тебя побрал, а? Значит, по-твоему, товарищ Сталин лжет? Это ты сказал, а я этого не слышал. Ну и еще один проект, старт которому фактически и был дан в день рождения театра. 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского в этом году отмечает вся Россия. Театр, музеи, библиотеки города также присоединятся к празднованию. И вот первый перформанс. Театр передал на хранение в Музей изобразительных искусств портрет драматурга, долгие годы висевший в фойе здания на Орджоникидзе. Наш театр дорогой! Мы подготовим для ирбитчан, для гостей города большую выставочную программу. Включим в нее вот этот портрет, который был сегодня в центре сегодняшних событий. Он станет основой этой выставки. Также там будут представлены исторические материалы, связанные так или иначе с жизнью театра, с творческой деятельностью Александра Николаевича. Будут представлены произведения из собрания музея, написанные художниками по мотивам пьес и других произведений Александра Николаевича. Что касается театра, не буду говорить за все учреждения культуры, но что касается театра, для нас в этом году самые такие важные, наверное, мероприятия, связанные с юбилеем Островского, это фестиваль «Ирбитские подмостки». В конце года мы планируем провести еще режиссерскую лабораторию по пьесам Островского. И, конечно, ответственная поездка в Москву на фестиваль «Островский в доме Островского», который проводит Малый театр. И мы будем играть спектакль «Поздняя любовь» в Москве, в Малом театре, в день рождения Островского, 12 апреля. Так что год обещает быть интересным и насыщенным на самые яркие события. А если повезет и все сложится, в феврале 2024-го театр вновь соберет своих друзей, чтобы отметить уже 178-й свой день рождения. Судя по тому, что сегодня зрители уходили довольные, счастливые, радостные, и весь вечер прошел в такой теплой домашней атмосфере, я думаю, такой формат приживется у нас в театре. И не только, наверное, для праздного дня рождения театра, но и для каких-то огоньков праздничных, для каких-то еще интересных мероприятий.